маленькая домашняя обезьянка Алекса и, конечно же, наши любимые котята, которых осталось всего двое – мальчик и девочка. И вот два маленьких пушистых комочка никак не дают покоя маленькой домашней обезьянке. Они постоянно совершают на нее различные нападения. Котята у нас очень игривые и не оставляют в покое маленькую обезьянку. И хотя сразу видно, что Алексе не очень нравится такое нападение маленьких котят, она взрослая, и она уже все прекрасно понимает. Конечно же, она понимает, что малышей обижать нельзя, и они всего лишь навсего с ней играются. Но она, как взрослая самостоятельная обезьянка, покорно терпит все их детские такие шалости. И это, друзья мои, подтверждает лишь тот факт, что капуцины действительно очень умные обезьянки. Любовь, забота и внимание. Все как у людей, несмотря на то, что происходит это все в мире домашних животных. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что вам понравилось наше сегодняшнее видео, и оно было для вас интересным. Ведь мы постарались собрать самые яркие моменты из жизни наших домашних животных. Хочу сказать вам всем огромное спасибо за то, что смотрите наш канал, ставите нам лайки и пишите нам очень добрые комментарии. Ну а котята есть котята. Это маленькие пушистые детки, которым необходимо постоянно играться. Обратите внимание, что обезьянку они совсем не боятся. Но это все не просто так. Ведь они видят ее буквально с первых дней, как появились на свет. Ведь Алекса практически всегда пыталась за ними ухаживать. И даже несмотря на все их безобразие и несмотря на все их нападения, она продолжает этим заниматься и сейчас. Как только выпадает минутка, что малыши ложатся отдыхать, Алекса тут как тут начинает приводить в порядок их шерстку. Посмотрите, как это мило смотрится. Благодаря вам, дорогие наши друзья, я поняла то, что в нашем мире очень-очень много добрых и милых людей, которые, конечно же, любят животных. Ну что ж, друзья, давайте с вами прощаться. До скорых встреч, всем пока. Мы вас очень любим.